над Марадором тучи ходят хмуро. Красть суровый темнотой объят над крутыми стенами Лагобура. На драконах назгулы парят над крутыми стенами Лагобура. На драконах назгулы парят. Три. Приветствую вас, зрители и подписчики нашего канала. С вами снова Геннадий Ичи. Ичи, и да. Геннадий. Ичи, Геннадий, это как посмотреть. А и мы продолжаем прохождение Lord of the Rings War in the North. Мы в долбанном темном лесу. А здесь все очень плохо. Орки, пауки, все, что я ненавижу. Ага. А еще у меня сломался меч, и мне приходится ходить с такой долбанной булавой. Ну, она, нормально. В принципе, да. Считай, что это скалка. Да-да-да. Но я нашел одну колбочку здоровья. Осталось найти тебе эльфийский борщ, и все да, будет как надо. Да, я не зря мы прервали даже серию, я так и знал, что здесь так и будет. Эльфийский борщ. Да блин, дура, убери, после. Просрал момент, когда можно было добить. Тупая коза. Эльфийская. А, он своему вшатал. Молодчага. Ой, зря мы выбежали так. Короче, давай отступаем. Да, ага. Ну его нафиг. Блин, я что-то отступил куда-то в тупик. Ты там случаем поплохело тебя, смотрю, совсем? Да нет, я бутылочки использовал. А-а. Я порой дерусь на апхиле. Да мне, в принципе, нечего использовать даже. Кого ты на кого замахиваешься, скотина? О, добей. Я проткнул его булавой, офигенно. Ну, нормально, чё? Типа, добивал, знаешь, как кинжалом там берут, добивают. Я вот так же булавой сделал. Офигенно, эльфика. Она вот эту здоровенную булаву протолкнула через его броню, ребра. В общем, представляешь, какая силища должна быть. Ну это как с этим. Как у меня тогда с гномом. Двуручная булава. Ну да. Или этот орк должен быть насквозь прогнивший просто. Так, там лучник остался. Давай его добьем. Чтоб не мучился. А, да? А, вон он, вижу. Уже не вижу. А не вижу. А, не, это труп. Пластины лесного эльфа. Отстой. Чё мне какое-то говно все время дают? Ну, у лесных эльфов доспехи не очень. Накапливаю. Погоди, уди. Блин, я в тебя попал. Да? Накопленным, да. Я говорю, уди. Ой. Ушел. Отлично. Ну-ка, добивающий удар. Давай, давай, дура. О, отлично. Еще. Отлично. Шатал. Вот. Два добивающих, и все в порядке. Ну, так, кто-нибудь займется этими лучниками, или мне все делать? Какими лучниками? Да вон сзади стоял, ну, все спереди. Лучники, сейчас их ищи, вот это. Че, ищи, вот они стоят. А, вот он. Господи, ищи. Они там в наглую стоят, блин. Просто как бельмо в глазу. Лучники, вы тут? А, уже все? Уже все, да, пока ты их искал. В принципе, мы решили, что мы обойдемся без тебя. Как-нибудь справимся. Так, ну-ка, что у нас там далее? О, контрольная точка. Да, мы опять серию закончили, да, не вовремя? Ну, кто же знал, с другой стороны. Ой, я, в принципе, уже, наверное, знал, догадывался. Ну, так, мы что, идем? Идем. Да. Не, ну, знаешь, с другой стороны могло быть мясо такое дикое. Маленькие паучочки. Не сдохни, сдохни. Куда побежал? Скотина, бежал. Они тебя боятся. Да, только чувствую, нам сейчас отомстят за такие приколы. О, орки. Они друг другом дерутся, отлично. Погоди. Но... Не трогай их пока. Пускай они там друг другу повалят. Так, оркам все. Пиндык настал. Ну да. Можно теперь валить. Слушай, пауки как-то лучше нас с орками справляются. Может, вообще нанять их? Ага. Я думаю, что в этом есть смысл. Я боюсь, они не особо согласятся, учитывая, что Шеллоп Саурон называл своей кошечкой. Хорошо. Но мы им предложим гнома. Это паук завис. Гном им на одно жевало, по-моему. Мы клонируем гнома. Как овечку Долли? И будет овечка гном? Овечка гномми, да. Да. Блин. Жирный вонючий паук, я промазал. Опа. Как можно помазать по жирному вонючему пауку? Он был недостаточно жирный для тебя. Да. Бля. Его маслянистые лапки не коснулись твоих лысых подошв.
И слава яйцам. Так. Если бы это так было, то такой визг стоял вообще, ты не представляешь. Особенности в реале. Не, я про себя кричал бы. Как ты помер? Ну это ж пауки. Ну и что? Он меня в хилку... Иди в хилку. Он коснулся своими лапками моей пятки. А, ясно, ты звездом помер, да? Да. Гнома там подними. Да я мне, как знаешь, немножко пока некогда. Я тут сам еле отбиваюсь. Гном, вставай. Thanks, my friend. Блин, меня сейчас навернут. Воу-воу-воу-воу, беги-беги, дура. Беги, жри колбочки. Беги, жри колбочки. Мне показалось, или она сказала, мне нужна помощь? Подожди, я чё, тоже лежу? Блин, опять? Во. А, я побежал тебя и колбочку спать. Нормально. Ты на отхиле все равно лучше будешь драться, если втащат. Типа... Ну, типа, здоровье будет восстанавливаться. А, меня убили. Гном меня сразу воскресил. Блин, ну зато я зря просрал эту хрень. Я ж почему иной раз в бой рвусь уже и... Так, сразу выпиваю бутылочки. То, что чувствую, втащат, сразу хоть здоровье отлечат. Опять. Да сколько вас здесь может быть, уроды? А ты не обратил внимания, что паутины становится все больше? Да-да-да. И, честно говоря, меня не радует этот фактор. У меня нет колбочек, я сейчас умру. По ходу дела мы все-таки встретимся с их мамочкой. Я сейчас встречусь со своим праотцами. Потому что у меня нет колбочек. А там, где будет мамочка, скорее всего, будет и Радагаст. Меня завалили, гном! Гном, помоги! Хорошо, они не сшибают с ног, и гном успевает полечить. Не обладает такой способностью. Когда орки сложно, они сшибают с ног гнома. Сбивают лечилку. Но вообще эти могут, которые крупнее, они могут напрыгнуть, как на тебя тогда. Ну да, но они не особо этим пользуются. Смотри, у тебя там проблемы? Все, я пошел в рейндж. Нафиг. Не буду я полотно больше с ними драться. Это отстойно. Я опять чуть в текстуру не провалился. Не надо вот этого. Да, плавали, знаем. Так, нормально. Отлично. Да сколько, блин, господи. У вас тут может быть. Потому что там, по-моему, знаешь что? Там вот за углом стоит матка и плодит их. Блин, откуда еще? У них там гнездо целое. Ну так, мы в гнездо и идем. Ну, логично, да. Блин, там какая-то пещера слева. Пошли заглянем. У меня левел, кстати. Я забыл. Так, надо, по-моему, понять немножко ХП, потому что... Ну его нафиг. У меня такое чувство, что мы тут уже были. Или я не туда пошел. Или ты, по-моему, не туда пошел. Так, накопление заряда после увеличит урон от выстрелов таким зарядом. А, нет, фигня. О, урон посохом наносимый. Подтверждаем. Вообще, блин, где, давно не было этой самой точки, где можно в город слетать. А вот откуда эта точка и есть. А не, это чекпоинт, нам туда, кстати, и надо. Ага. Ну пошли-то пробежимся в другую сторону, не? А в другую это мы вернемся туда, где были, все, потому что там вещи, которые можно подбирать, лежали. Понятно. Логично, что там мы были. Видишь, как я сразу нашел, куда идти? Продолжаем. Потому что если там что-то после нас осталось, значит мы это не подобрали. По логике мы там были. Логично, логично. О, яйца, колонны из яиц. Опять. О, и блин, как раз вспомнил про эту херню, и вот она. Ага. А то мне надо немножко в город. Да пошли в нордебат. Мне нужно починить. Да. Мне как бы тоже малость надо. Да и отдохнуть от этой всей хрени уже. От этих пауков долбанных. А то сейчас босс-баттл еще какой-нибудь будет. Да-да-да-да-да. По-любому в логово идем. А, время еще серии много, поэтому успеем. О, круто. Не протиснуться. Ну, нанотехнологии. Угу. Гнома. Гнона. Или... Да, и неважно. Я чушь парю. Ну, хотя нет. О... С другой стороны, мы же были в Сколково, если вспомнить этот, как его, Гундабад.
Возможно. Так, нужно кое-что починить, слушай. Да. А продавать, слушай, ему нельзя? Плохо. А там есть, по идее, где-то продавец, у которого мы награду могли взять. Я вот не помню. Хрен с ним. Потом как-нибудь так. Да. Ой, чинить, вот. Отлично. Ну, в принципе, я готов. Ага. Блин, где я? Фух, я чуть... Хотя, Галару можно что-нибудь забодать? Такая эльфийка странная. Так, ребят, мы спешим, нам некогда. Меня прислал Горин. О! Во, вот ему можно это. Дар в знак его благодарности. Ну-ка, дай-ка дар. Так, почему вы такой злой? С кем вы торгуете? Покажите ваши товары. How you go? Чё дали? Награда от Галара. Ну-ка. Глянем. Рукавицы бури. Нагрудник бури. Возьму нагрудник, хрен. Хотя на рукавицы дороже стоят. Дороже. Ага. Блин, ну нагрудник, по-моему, прикольный. А, я не знаю, что брать. И наголенники бури. А рукавицы у меня и так хорошие. Ага. Возьму наголенники. Они дороже стоят, я буду ориентироваться, что это круто. Так, мне продолжить вашим предметов. Так, что-то... Целительный настой. О, круто. Так. И что там у нас? Башмаки вандиров. О, наголенники були. Плюс 3 левел ловкости. Ну, это мне нафиг не надо. Но бронечка неплохая и выглядит круто. Ништяк. Отлично, а я все лишнее пока продаю. А, ему можно продать? Да. Блин. Это ж торгаш. Точно. А, ребят, сейчас мы быренько продадимся. Ага. Я покупать ничего не буду. Ой-о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 й. Я продал свой шлем. Выкупить можно. Да-да-да, какой у меня был. А тут есть шлем бури, кстати. А, можно, видно, можешь комплект собрать, чтобы... Потому что вот так он бесплатно давал. О, 113, высочайшего качества голова. Там, смотри, там есть кнопка подробнее, и ты можешь почитать, сколько... Какие плюсы будет давать с каждым там количеством, короче, комплекта. Я ж чё б тебе про последний союз и говорил. Ну да, но я не люблю покупать. Я знаю, в принципе, больше ничего нету. Ну да. Так, наплечники. Вот, допустим, бронька. Тут единственное, комплект собираешь, нужно учитывать, что потом же комплекта есть альтернатива, но более высокого уровня. А бури нету. Хм. Да? Вот так вот. Кстати, колбочки, вот что я хочу у него купить. Вот это то, что мне действительно надо. Что за медаль? Жетон сброса навык. Нет, спасибо. Перепрокачиваться нет нужды. Да я и не хочу. Так, это надето, это нафиг. Это нафиг. Это тоже в задницу. Так. Так, ну остальное вроде все нужное. А, ну вот аметист еще не нужен. Ну, блин, вот тут у меня всякая тоже дрянь навалом. Так, больше ничего? Не, больше ничего. Сейчас починю еще себе. Быстро. Кузнец тут рядом, насколько я помню. Блин, а я посох продал, вот дурак. Подожди, а где кузнец? А, там напротив, не? А, напротив? А, вот, точно. Ты в трясоснах потерялся, я понимаю. А это у меня обычное дело. Ясненько. Ты что думаешь, я Скайрим? Блин, я без шлема гораздо круче выгляжу. Но не носить его, непозволимая роскошь, нам сильно нарезают. Придется надевать эту бандуру опять. Отстойную. Ну, я все. Так, сейчас чинюсь. Благо, это быстро и дешево. Ну как дешево? Ну по моим меркам. Ай, раз уж я купил шлем, у меня все равно дофига бабла. Так, куплю я тогда и броньку, блин, нормальную уже. А то нам сильно нарезают. Так. Во-во. И высочайшего качества еще голову можешь купить. А не с камнем, может. Потому что. Хотя мой там, да, круче, там еще выносливость дает. Так, где там, блин, была бронька? Так, ну я в целом готов, если что. 167. Мудрый воитель. Да, я, наверное, возьму ее. Она и выглядит, по-моему, прикольно. Так, ожерелье. Ну, у меня круче. Наплечники, так. Высокого качества. Фигня. Вот это, по-моему, круче. 44, блин. 62.
торопиться. Все равно мне, говорю, бабла жопой жуй. А 71. Вот эти наручи, по-моему, качество руки. Так, лучшие луки мне нужны. А, мечи. Меч у меня крутой, насколько я помню. По-моему, самый крутой. Посох тоже хорош. Но посох ты, по-моему, лучше и не найдешь. Ты ж посох тогда брал, когда я тебе посоветовал по квесту. Да. Ну вот. Лучше, по-моему, и не найдешь. Ну, а сапоги я взял самые крутые. Так что, ништяк, ща. Переоденемся по-быренькому. И полетим. Ага. Давай, давай, что ты лагуешь. Я пока покажу эльфийкины вторые габариты. Ой, как что-то они... Броня не такая крутая, как я думал. Как они на ней резко сменились. Так, это. Так, одень мечушку. Отлично. Штанцы нормальные, сапоги нормальные. Ну, как-то так. Узоры серебряной нитью, я смотрю. А, во, шлем я еще забыл надеть. Во, точно. А как его... же без шапки? Блин, я его не купил почему-то. Блин, мы сейчас полсерии тут проведем. Твою мать, я знал, что это была плохая идея, надо было между делать. Да-да, я шлем забыл. Ничего, нормально. Один гном стоит спокойно, вдупляет, терпит. Такой, да когда ж уже? Со своей дубинкой. Кстати, реально, я смотрю сейчас на его дубинку. Я, конечно, страшно выгляжу теперь, ну ладно, лучше, чем там. И что у тебя с его дубинкой? Да, у него дубинка такая, знаешь, тупо деревянная. Ну, классика. Погнали? Может, успеем до босса дойти хотя бы? Веди меня, пупок Саурона. В принципе... сам ты кур. Так. Меня печалит, что нельзя разбить эти бочки. А можно будет. Да? Потом. Собрать отряд, собрать отряд. Давай, давай, давай. Где отряд? Где мой отряд? Мой отряд где-то носит, как всегда. Он бегает, хихикает. Все, переходим. Темно лесье, однако. Ага. Атаковать вашу цель, да, понял я. Чтобы убить цель, нужно ее убить. Все логично. Обязательно помочиться на нее, но это уже так, дело каждого вкусов. Мы в ту сторону идем вообще? Да. Она нас так скинула. Я весь в паутине, фу. Нормально. Липко и противно. Ну вот, теперь ты знаешь, каково быть в белом. Да, типа. Так. Так в курсе, кстати, что у Саши Грей появилась страница ВКонтакте? Мало того, я уже ее в друзья пригласил. Да не, шучу. Да, надо выглянуть, что там такое. Реально официальная, то есть в действительности она, как я понял, есть. Да не, на самом деле, кстати, всеми этими страницами, впрочем, занимаются не они. Ну да. У них тупо не будет времени. Они это официальная страница, как бы она принадлежит ей, но поверь мне, на вопрос отвечает вообще там в основном не она. А там есть специальные люди для этого, которые следят за. Ой. О, вот там маленький говчок, она была давить его. Нифига у тебя мечушка. Поймай и сожри его. О, а ты ничего на самом деле выглядишь в этом шлеме. Сейчас крупным планом показали. Ну и сейчас, попозже. Попозже ты у тебя жевал не будешь, чтобы жрать, поняла? А, вот на Радагаст. Да-да, что-то ему поплохело как-то, по-моему. С бодуна. Мне больше всего в моем глаза нравится. Ого. Такое выражение лица. Да. Он же, блин, великий маг с полным там. Тихо, гном, стоять. Понимаешь? Он, как и Гэндальф, маг-то великий, но у них стоит ограничение, короче. Но у них стоит, и это мешает им, да, работать? Да. Отлично. А, вот, сейчас я попробую свой навычок, погоди-ка, на ней. Держите его, держите. На! Штучку. Бьет она, конечно, ощутимо. Я сдалека ее валю, поэтому... О! Ой-ой-ой-ой-ой! Дрянь, брось меня, брось. Ты смотри, она меня жрет. Отстань, противная. Да меня вот тот жрал. А блин, да ну ватная какая-то. Вообще уже. А вот, теперь насчет веселья. Я так и думал, что просто так все не может быть.
Ох ты, ни хрена себе, тут мясо пошло, ну нафиг. А ты что думал? А, на меня тоже серхавает. Уди, 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 уди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она пытается мне своим шипом сандалить. Ты видел это? Ага. Натыркала в моей своей иголкой. Что она делает вообще? Не, ну все равно она меня разочаровывает. В принципе, мы смотри, как ее быстро замотали. Я даже колбочку не использовал ни одну. Так. Одну использовал. Да сдохни ты, тварь, уже. Я спас кстати. Все. О, остальных типа не надо, разбежали. А, да ну их нафиг. Он еще жив? Пни. О. Говорит, а ты как, блядь, думаешь? О, ну типа того, только помягче. Мухом. Так что, мне интересно даже, что, как он попал сюда. Во-во. Ну это мы видели. Давай без этих врасплох. А, ну а ладно, а где еще он быть? Понятно. Ну, а босс, честно говоря, здесь реально никакущий. Мы с обычным урком больше парились. Ну, это да. Ну, это, знаешь, такая недошелоп. Ну, ты знаешь меня. Ага, нормально. Какая разница, знаешь, не знаешь, мы тебя спасли. Ну, сейчас нам в ноги вообще падать, не знаю, лизать ботинки. Знаешь, учитывая, что все-таки он по уровню выше нас. Ай, неважно. Он как бы принадлежит к более высокой расе. Посрать. Он сейчас принадлежал бы к жидкой жиже, если бы мы его не спасли. Что? Паук сразу не убивает, он сначала прыскивает яд, который растворяет все внутренности. Он тупо высасывает. Фу, противная смерть. Хорошо, нет больших пауков. Так, мы можем... Вы можете нам помочь? Да, потому что то, что, возможно, вы отравлены, думаю, он справится, если чё. Да хрен с ним, блин, мне пофиг на него, честно говоря. Главное, чтобы он дал нам задание, сказал, где дракон, а тут может уже забиться в уголок и отойти. В серых горах? Окей, а где именно, Вово? Горы-то большие. Ну, серые, они все серые еще, да, к тому же. Короче, дай ему булавы в голову, он что-то несговорчивый какой-то. Так, ему понадобится, короче, его посох. Так у меня есть с собой, блин. Я спрошу у него, потому что вы действительно маг. У меня начались сомнения, блядь. Митрандир это Гэндальф, если что. Просто одно из его имен. Похоже, ну, совсем другой. Ну да, логично. Ну, есть правда своя. А кто такие маги? Вот мне реально уже интересно. Вот это реально интересно. Ах ты скотина. Понятно. Эй, хрен тогда, на твой посох. Ну да. Я нашел, кстати. Погладь меня по головке. Да не по той. У меня нет той. А, да. Ну, сейчас спасибо, он... драконов не находят. Давай. Ага. Well, then,
Понятно, сейчас он друзей позовет. Опять пауков, что ли? Да нет. Ага. Я тоже так умею, так что он не крут. Я маг? Ага. Во, гляди. Это знаешь, как в Диснее сейчас будет? И слетаются птички там. По Бэмби придет сейчас. Не, вообще прикольно, красиво он сделал. Интересно. Сюжет начал завлекать. Сам такой. Oh, yes, indeed. Very brave of you. Well done, friend. Ага. Короче, слушай, по-моему, надо прочистить его карманы. Он, по-моему, на Герыч сидит плотно. Надо обыскать его и сдать ментовку в диспансер. А мы, как дураки, ходим, смотрим на него с умными глазами. Такие, да-да-да-да-да, ты говоришь с птичками. У нас вот сосед с Бадона не только с птичками да. поговорит. Так, ладно. По-моему, он что-то доказывает, значит, что он маг. Ага. И такая, так, что там, кто там прет? Показывает, типа, что а, птичка это видела. Ага. О, дракон. I will have your price soon enough. Think carefully before you spurn this offer, dragon. As mighty as you are, you would do well not to offend my master. Как думаешь, дракона будем палить или попробуем с ним договориться? Да, давай это самое, нагнем его. Как завещал еще Бильбо, драконов надо валить. Просто все видео с драконом. Все видео с драконом, которые я видел, там, блин, все с ним договаривались. Да? Ну вот тем более надо как-то, ну, попробовать. По-плохому, да, все по-хорошему, будем по-плохому. Да, вдруг с ним реально можно подраться. А еще лут можешь с него хороший. Все-таки дракон. Да, я хочу реально, я хочу дать ему наклык. Любому. А птичка, правда, молодец, так в такой компашке посмотрела, понаблюдала. Ну, она там говна, наверное, оставила, я офигеет. Целое гнездо. Так, о, лут, 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 лут. Лут? Где лут? Ладно, аметист, эликсир могущества, уридинский меч какой-то. А у меня только деньги. А, ну и камень. А, у меня дуэдринский меч. Ага. Ну, поглянем, что за дуэдринский меч. Блин, все как говно, мне надо продать это, оно вообще бесполезное. Так, меч, дуэдринский меч. Я не могу его надеть, потому что мне нужен следопыт и воитель. Кстати, 252, 270 и плюс 28 глубокие раны. Ага, неплохо. Двуручный. Нужен? Да не. А, неплохо, и говорит, да не. Не, я ж не двуручно пользуюсь, у меня одноручные. А, это на заставке просто было, блин. Да. Я забыл. Заставка по дефолту ставит. Но. Кстати, вон, погоди, там еще пару мест, которых можно облутать. Даже три. Давай облутаем и будем, наверное, на этом заканчивать по-тихому. Ну да. Уже время уже подходит. Там точку потом активировать. Единственное, точку надо активировать, чтобы сохранило. По идее, это конец данной локации. Ну, так активируем в следующей серии. А, ну да. А у меня сегодня времени много. А. Ты как? Ну, надо будет только по ням-нямкать. Ну, по ням-нямкам, обязательно. Ага. Так, ладно, зрителям об этом не обязательно. Да, кстати. Мы тоже живые люди, кстати. Нам надо питаться и отдыхать между сериями. На это тратится больше сил, чем вы думаете. И на этом тогда все. Совсем все. Наконец-то мы закончим с этими пауками. Давайте поставим на фоне завального паука. Давай. Это будет круто, эпик. Ага. О, да. Надеюсь, вам понравилось только так же, точно так же, как и нам. Эта серия была прикольная, на самом деле. Ну, не считая нашего побега по базарам. Да. Но мы завалили паука. Ну, оказался ватный, но все эффектно было. Да, подписывайтесь на наши каналы Ichi Games Channel Tube, как-то так. Ichi Games Tube. Ichi Games Tube, да. И Куроками. Куроками. Пожелаем ставить... Да, не надо все повторять. Дублер. И оставляйте по желанию лайки. Нет, ставьте по желанию лайки, а по желанию оставляйте еще и комментарии.
До встречи в следующей серии. Пока-пока.